Очень рада видеть вас сегодня. Спасибо. Как ваше настроение? Замечательно. Вы что, исполнили песню? Нет, я вот жду своего выхода на сцену. У меня сегодня два мега-хита. «Сойти с ума» и «Нон-стоп». Интересно. Какие новые проекты ждут нас впереди? Что мы в ближайшее время услышим, если не секрет? Готовятся новые синглы, готовится участие в «Жаре». Еще масса всего нового. Но о планах я предпочитаю все-таки не рассказывать. Рассказываю, да. По факту. Ну, будет у вас время отдохнуть хотя бы этим летом. Может быть, куда-нибудь поедете. А для меня отдых – переключение вида деятельности, потому что все, чем я занимаюсь, я это люблю, поэтому я от этого не устаю, а заряжаюсь энергией. Сколько времени уходит у вас вот трудиться над одной песней, как правило? Сколько занимает времени? Вообще много, потому что песня — это как ребенок. Иногда, конечно, получается, вот когда оттуда помощь приходит, она моментально появляется, моментально рождаются слова, музыка, а иногда так весьма мучительно. Но вот так рождалась мучительно, кстати, песня «Сойти с ума». Но все-таки мы не зря, получается, мучились, потому что было много вариантов текстов и так далее. Сейчас также новые песни, также по-разному. Некоторые с первого раза, некоторые лежат до сих пор отложенными, потому что есть шикарнейший припев, например, но никак не рождается куплет. Очевидно, должен в жизни прийти момент, какая-нибудь ситуация или что-то свыше, когда вы его допишете, я думаю, так. Какие три принципа жизненных помогли вам добиться сегодняшней популярности, вот этого успеха, и которым вы следуете по жизни? Вообще, составляющих успеха, популярности 10 я насчитывала. Самое главное – это верить в себя, всегда в любой ситуации мыслить только позитивно, чтобы не делать шагов назад, идти вперед, 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 эволюция, только эволюция личная. Ну и, конечно, для меня принцип «старости нет». Есть мудрость, есть бесконечность, есть самое интересное. Это самое интересное всегда впереди. Ирина, спасибо. Капают слезы.